Ради этого удара спортсмены тренируют целые комбинации. А о том, как его правильно выполнять, мы сейчас вам расскажем. Ты знаешь, Даша, это мой самый любимый удар. И любимый удар спортсменов. Нам сегодня будет показывать Виталий Дыркин этот удар. Он выполняется в разных вариантах. Первый вариант, когда у тебя нет времени подготовиться к валану, и ты тогда не выпрыгиваешь, а просто стоишь ногами на земле. Второй вариант, когда ты подходишь под валан, выброшенный очень высоко. Тогда, особенно мужчины, очень эффективно прыгают вверх и с двух ног атакуют вниз. И третий вариант, когда валан летит на взлет, и ты успеваешь сыграть и с правой, и с левой стороны так называемый блок. Ну, смеш – это основной атакующий удар, это самый мощный удар в бадминтоне, скорость которой достигает 420 км в час. Поэтому это основной завершающий удар, то есть большинство розыгрышей завершается именно смешем. Особенно в парном разряде, которым я специализируюсь, это главенствующий удар. И очень многие матчи, где приходилось пробивать до 100 смешей за матч, то есть самых мощных. После этого, конечно, устает рука, но это надо делать, иначе ты не выиграешь. Казалось бы, бадминтон – безопасный вид спорта. Но сейчас вы видели исполнение смеша – ударом, которым можно даже травмировать игрока, если направить его точно в корпус.